Итак, хочу поделиться с вами, как отремонтировать электродвигатель хлебопечки. В принципе, я уже собирался его заказать, но решил посмотреть, не было контакта, как я говорил, на черном. Ну вот я вскрыл, открывается очень просто, 4 винта. Вот таких откручиваем, и две половинки разбираются. Он здесь весь был завязан веревочками, залит немного, пролит лаком, поэтому открывать нужно аккуратно. И вот в этой черной я, оказывается, вот стоит термопредохранитель, причем в каждом из трех. Значит, я разобрал, срезал, взял обыкновенным строительным лезвием, разрезал этот кембрик, и вот внутри стоит термопредохранитель. Он не звонится, то есть как бы сама обмотка. Итак, делаем проверку, все ли в порядке с обмоткой, в том числе черной, но уже делаем замер не до термопредохранителя, а после. Значит, красный провод соединяем и к черному. У нас 86 Ом. Белый провод соединяем и к черному. 139 там. Сейчас сильнее прижму. 139 Ом. Ну, как бы все в порядке. Значит, проблема, собственно, в том, что порвался ремень, он намотался на шкив, электродвигатель не крутился, на него питание все равно подавалось, он перегрелся, и сгорел термопредохранитель, и все. Что я сейчас сделаю? Замкну просто пайкой, замкну вход-выход термопредохранителя, и все, электродвигатель будет исправен. Ну и потом на место веревочками посвязываю, для того, чтобы вот это все не телепалось, как оно и было. Собираю, и будет счастье клиенту, электродвигатель исправлен. Не исправен, а отремонтирован. Ну, а сейчас я просто здесь пайкой кину перемычку и вставлю сюда кембрик. Как его вставлю? Отсоединю черный провод с разъема вот здесь и проведу сюда кембрик. Чем все закончится, покажу вам.